Так в этом колодце, да, поднялась температура? Да, да. Ну, горячая вода, 23 градуса, вы что, смеетесь? Что было потом? А что было потом? Шла и шла, шла и шла. Дня 4 закончилось. А можно посмотреть? Открывай, открывай, дерни сильнее. Все, холодная вода, вроде все. А то ну, пара да. шел оттуда, они снимали. И не, ничего, холодная вода, нормально. Ну там тепло. А? Тепло. Тепло, да. Потому что тепло. Потому что ну, нет еще такого. Ну, да. Ну там 3 градуса нет. Мы только что открывали колодец вот там, а там шуба такая хорошая была. Ну здесь еще не закончился вообще процесс. Что вам сказали эксперты, которые приезжали? Они сказали, в Владивосток отправят. Анализы набрали им. Заплатить деньги, говорит, нужно Владивосток отправить. Что такое здесь? Угу. Сколько это продолжалось? Сколько температура такая? У меня 4. Угу. А дома у вас на дом никак не повлияло? Нет, на дом ничего. А что на дом? Ничего, у нас вообще ничего. Да дом какой-то, дому, дому уже ломать будем. Дома уже не повлияет на ничего. На взрослую землю походу. Угу. Так что вот так вот. А колодец новый мы построили, выкопали в этом году. Сколько он в глубину? 3 метра. А кто-то говорил, что у и скважины, да? Скважина 24 метра. Это вот Украла. У него 30 метров там даже есть. 30 метров, 9 метров. У него 3 скважины. А у него до сих пор теплая вода идет? Он говорит, горячая вообще. До сих пор? Да. То есть в колодцах осталась, стала вода от прежней температуры, а там до сих пор, да? Качать горячую. Возможно, сейчас я с ними разговаривал.